Здравствуйте, ребята, это еще одна серия блога. В этой серии я расскажу о том, какие еще у нас были сцены. У нас была сцена в школе, в которой я сижу и якобы списываю контрольную у Ани в роли Маши. Еще здесь будет маленькая коротенькая сцена про то, как мне делали фингал. В четвертый день я врезался в стену, после чего у меня дома... Не в четвертый. А? Там это не в четвертый день был. Ну да, ладно, не в четвертый, там, в какой-то там уже день. Я врезаюсь в стену, и там у меня возникает фингал. И из-за чего ты врезаешься в стену-то? А? Из-за чего в стену ты врезаешься? Ну, я не хочу об этом рассказывать, потому что это сцена со слендером. В общем, они решали, как же мне все-таки сделать фингал на лоб. Они придумали. Аня нашла картинку в интернете, а Евелина нашла тоже там тени всякие, вот это вот, маркеры даже. И мне там сколько, не помню, полчаса этот синяк рисовали. Все. Но фингал получился похожим. Угу. Давай счищай. Вообще не стирай. Мы синяк рисуем. Ничего, потом сотрется. Ну, вон мне вот этот. Какой? Давай, рисуй. На остатки съемок. Давай. А я ведь все руки в этом месте. У меня из-за этого чекаля был. Потом буду красавица.